В республике начинается осенний сезон охоты. Согласно указу главы Якутии, охота на водоплавающую и боровую дичь должна была открыться 22 августа. Однако в связи с тем, что 22 число выпадает на понедельник, власти республики пошли навстречу любителям охоты и подготовили проект указа о внесении изменений. Согласно документу, сезон будет открыт 20 августа, в выходной день. Некоторые получили разрешение на водоплавающую и боровую дичь до внесение этих изменений, у них в разрешении написано 22-го, но кто может, пусть подойдет, мы исправим 20-го на 20 августа. А кто не сможет, уже далеко уехал или не сможет приехать, то наказывать таких охотников уже не будем.